увлекательный, остроумный, сводящий с ума всех, даже самых избирательных представительниц прекрасного пола. Дон Жуан – самовлюбленный повеса, живущий плотскими радостями. Опера «Дон Жуан» – произведение, в котором сплетаются трагическое и комическое, возвышенное и бытовое. Драматургия постановки строится на сопоставлении противоположных начал – радости, света и рокового возмездия. Главная роль в постановке досталась студенту Академии хорового искусства имени Виктора Попова Роману Котлярову. Несмотря на несоответствие его личностных качеств с чертами героя, актеру удалось полностью перевоплотиться и перенять манеры персонажа-искусителя. У него есть много потрясающих черт, которые бы каждому человеку в себе реализовать. Например? Целеустремленность. Несмотря ни на что, не оглядываться назад и идти вперед. Опера «Дон Жуан» давно получила признание по всему миру. Ее неоднократно ставили именитые мастера на ведущих сценах Европы. А совсем скоро прикоснуться к испанским страстям смогут и жители Химок. «Дон Жуан» покажут на сцене Дома культуры «Родина». Это уникальная постановка, потому что встретились удивительные люди. Во-первых, у нас студенты, которые уже там семижды, восьмижды лауреаты международных конкурсов, 5-6 человек, которые имеют лауреатские звания. Они разъезжаются по миру, уже некоторых людей берут в театры, они там поют. Вот, и они одновременно еще студенты. То есть у нас очень высокий уровень вокалистов, это первое. Второе, так как они артисты молодые, то студенческой энергии не сравнится ни с чем. Опера «Дон Жуан» на сцене ДК «Родина» в Химках станет первой постановкой, которую покажут в рамках нового проекта Московской областной филармонии «К вам едет опера». Его главная цель – показать оперу всем желающим жителям Подмосковья. Даже тем, кто никогда прежде не слышал и тем более не видел оперу с большой сцены. Я должен вам сказать, что сегодня во всем мире опера стала необыкновенно популярной после некоторого перерыва. Популярной и модной. Так вот, пожалуйста, не отстаньте от моды. Мы запустили этот проект. Вы первые, кому приезжает опера. Спектакль «Дон Жуан» Вольфганга Моцарта Московская областная филармония представит зрителям в Химках 18 мая в 19:00.